Бенджамин Джей Хокинс был обычным музыкантом, исполнявшим любовные блюзовые баллады. Но стоило ему надраться в стельку во время записи, как появились и суперхит, и новое направление в блюзе. «I put spell on you» – песня с безумным звучанием. И только безумные фантазеры могли придумать под нее свой номер. На льду Татьяна Навка и Егор Бероев. Нас воспринимают как таких веселых, каких-то смешных. А мы вот решили сделать номер серьезный. И Таня у нас, соответственно, Отелло, да. Я Дездемона. Ну, про ревность, про какое-то вот такое вот метание людей, про их чувства, страсть. Ну, мы практически не репетировали. Да, то есть мы ходили много по музеям. Мы сидели в библиотеке, конечно, мы перевернули всего Шекспира. Спектакль я посмотрела Евгения. Дядю Ваню, да. Нет, Евгения. Не дядю Ваню, Евгения Онегина. Да. Вот. Специально, чтобы войти вот в образы. Дездемоны. Какой-то выполняешь элемент какой-нибудь сложный? Самый сложный – это в начале. Да-да. Татьяна выполняет самый сложный элемент в начале. Да, прям сразу трюк. Ну, для меня это… Сразу начинается трюк, сложный. Ой. Я даже сейчас, вот когда Таня говорит про него, мне даже сейчас… Я вспоминаю, и прям вот руки начинают трясти. Начала. Да. Ну, а в конце, конечно... А в конце как-то повеселее, но все равно, понимаете, это же жизнь этих людей. Они же, поэтому и мы тоже. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашу боль. Громче! Ничего не слышно! Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Thank you.
you do. What's up? I love. Oh, oh, I love you. I love you. I love you, baby. How? I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Еще одна история о том, как запуганная кандидатка в актрисы пришла на кастинг к известному режиссеру, и ушла ли она от него звездой, я не знаю. А кого из великих режиссеров, тоже не догадываюсь. Однако некоторые ассоциации у меня точно возникли. А вообще номер был залихватски веселый. И, как сказать, артистическое мастерство и Тани, и Егора, оно выше всяких похвал. А они не просто дурачились. Они рассказывали, ну, действительно реальную историю, рассказывали, и рассказывали очень остроумно. Мне так понравилось, что я хотел бы посмотреть это еще раз. Татьяна Навка и Егор Бероев. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Также все шестерки. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Спасибо. Сергей Васильевич, это действительно вот так вот трясут, кричат? Я хочу сказать только одно, ребят. Танечка, как я тебя понимаю? Иногда хочется удавить такого режиссера. Нет, это очень смешно. Вот этот кастинг. Егор, который был... ни разу не вышел из образа. Все движение, это было в характере этого сумасшедшего режиссера. Я тогда думал, кто это? Вот кто это? А потом, когда вот это весь кастинг, как он показывает, дошло до того, что... так недостаточно, то есть по-настоящему задушить это чудовище. Танечка, я тебя понимаю и с тобой солидарен. Спасибо, ребята. Это очень смешной номер. Спасибо. Вы большие молодцы. Арина, как вам? Я вообще люблю улыбаться. А когда мне дают повод, я просто хохочу, что, собственно, и происходило в момент этого танца. Я прохохотала практически весь танец. Это же надо так умудриться сделать. Очень красиво. Большое спасибо, ребят. И действительно, вера в вас, она огромная. Вы делаете чудеса. Спасибо, Егор. Спасибо, Таня. Красота. Посмешите нас еще, пожалуйста, когда-нибудь. Ладно? Ирина. Леша, это существовать в комедии, неважно, на льду, в кино, в театре, это правда сложнее. Веселить каждую, все время выдавать какую-то шутку, выдавать что-то, чтобы зрителю все время было интересно и смешно, это сложно. И ребята, это получилось только потому, что они действительно очень здорово проработали каждый свой образ. Внешне очень хорошо сделал Егор, и все, он продумал какие-то нюансы, которые помогли бы ему и по-актерски, и Таня молодец, потому что она сделала вот эти вот ножки, которые, как она бежала, схватила за ножку, как она бежала за ним. Потом эту ножку она вверх подняла, этой ножкой потрясла. У нее такая особенность, ее характерная особенность в ее роли, помогла вот эта вот мелкая работа ногами. И это, правда, тоже сделало какой-то каждый образ яркий, насыщенный и вкусный. У нас говорят, это вкусное. Вы сделали два вкусных образа и вкусную историю. Спасибо вам за наши улыбки. Ура. Правда, здорово. Спасибо, Ирина. Татьяна Анатольевна. Мне очень понравилось то, что вы сделали. Я вот честно поставила 6-0. Во-первых, Егору очень идет быть в роли режиссера. Я не знаю, в роли какого человека он был с усами, но я думаю, что он точно знает. Вот. И Танюха была очень смешная, развеселая, очень хорошая получилась сценка, веселая.
забавная, техничная. И катались, и веселились, и стихи читали, что только не делали, и все это было на 6-0. Еще не забывайте про то, что они вообще-то только недавно в проект пришли. Это не надо забывать. Спасибо. Ира, тебе слово. Очень комичный, очень симпатичный номер получился. Если убрать все сложные поддержки и сложные элементы, мне кажется, вы просто сегодня получали удовольствие. Так, Егор? Точно. Танюш? Вот когда я стихи уже прочитала, вот тут я начала получать удовольствие. Потому что самое страшное, это за что я волновалась, это за стихи. Но вообще мы пробовались на фильм «Отелло». Егор, скажи, пожалуйста, что самое сложное было для тебя в этом номере? Попасть в музыку, попасть в текст или все же выполнить эти поддержки? Ну, нет, сложно было объединить все вот эти нюансы голосовые, которые есть в скрике, вот эти вот возгласы. Их нужно было как-то органично вжить в технический танец. Это было непросто. Это было сложно, мы проходили как раз вот это, повторяли. Ну, и еще на самом деле, конечно, вот говорили уже, что юмористический жанр, он самый сложный. И здесь главное вот не перейти грань, чтобы это было и не доиграть, и не переиграть. И, наверное, вот это для меня лично, это была самая такая главная задача. Егор очень много над этим работал. Вот. Ну, наверное, получилось, раз меня взяли на эту роль. И надо сказать, работа успешная. Я желаю вам сил, терпения и удачи.